Найден. Добрый день, Андрей Андреевич. Добрый день, Натали. Скажите, пожалуйста, как убрать обвисшую кожу рук? Спасибо за ответ. Обвисшую кожу рук убрать никак нельзя. Нет таких вариантов. Я на самом деле сколько лет практиковал медицину и, в общем-то, практикую эзотерику и так далее, еще не встретил ни одного такого случая, чтобы можно было бы каким-то образом убрать обвисшую кожу рук. Сделать это нельзя. Почему? Потому что происходит ригидность мышечной мускулатуры, она приводит к тому, что появляется обвисшая кожа, человек худеет, ну и все, и дальше никуда. То есть это нужно отрезать. Без ножа никак. Инна Волошина. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич. Спасибо вам за эти учения. Скажите, пожалуйста, когда соблюдаешь девятый день, можно пить препарат ТФ? Можно. И можно этот день посвящать чему-либо, или он уже посвящен? Этот день, он посвящен обычно вашей молодости. То есть, если человек на девятый день своей жизни постится, то этот девятый день его жизни посвящен посту во имя молодости. Если человек на протяжении жизни будет поститься каждый девятый день своей жизни, то есть на девятый день ничего не есть и будет это делать один год, на протяжении одного года он помолодеет на 10-15-20 лет. Это 100%. При этом изменения происходят, и лицо подтягивается, и глаза становятся светлее, и волосы меняют цвет, и ногти лучше растут и так далее. Но пост должен быть такой, тотально одна водичка.